Сегодня хочу показать вам одно интересное приложение в Телеграме, называется Тонкипер. За каждого реферала мы получим один таб, который принесет нам 10 центов. Также за каждых 10 рефералов мы получаем одну монету Трона. Все очень просто. Также присутствуют задания, которые можно выполнять и получать монеты USDT. В приложении есть своеобразная таблица лидеров, где можно посмотреть, кто сколько заработал и на каком месте мы находимся. Помимо этого, на главной странице у нас присутствует значок USDT. Нажимая и удерживая его 30 секунд, мы получаем 10 центов. Все очень просто. Также в приложении есть рулетка. Стоимость одного спина составляет 1 TRX. Давайте посмотрим, что нам выпадет. С первой прокрутки нам упали тикеты на промо-акцию, но это не очень интересно. Давайте продолжим. И еще тикеты. А вот и 2 доллара, ребятки. 2 доллара, это уже неплохо. Ну что же, у нас еще осталось 2 TRX. Может выпадет что-то еще? Давайте попробуем. Крутится шарлатанское колесо. И что нам выпадает? 1 цент. Ну это как бы... не очень хорошо, но в принципе, да и неплохо. И последняя попытка у нас. Что нам выпадет? Ля, думал десяточка упадет, шарлатаны. Но 1 доллар это тоже, кстати, неплохо, ребят, это очень неплохо. Мы заработали 3,1 доллара, потратив 5 TRX, которые по курсу стоят примерно 50 центов. Очень выгодная рулетка, я хочу вам сказать. По поводу вывода наших денег. В данный момент доступен вывод только монет TRX. Монеты USDT будут доступны к выводу через 60 дней. Давайте посмотрим, что нам обещают. В скором времени планируется запуск приложения TronKeeper. Это будет что-то наподобие TonKeeper, только в сети Tron. Когда приложение будет запущено, а это 60 дней, все USDT, которые мы накопили в приложении Telegram, будут перенесены в наш кошелек. Также приложение TonKeeper Wallet имеет партнерку с приложением Seed, которое является довольно-таки популярным в Телеграме. Также забыл уточнить, в день нам доступны 3 бесплатных тапа, за которые мы получим 30 центов. Проект запустился всего 14 октября, но уже завелся 2,5 миллионами подписчиков, различными партнерствами. И я думаю, что проект выплатит нам наши заработанные деньги, более чем в этом уверен. Ну что ж, вот такие сегодня были новости. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии, отвечаю всем. Всем спасибо, всем пока.